Тушинский суд Москвы приговорил известного видеоблогера Илью Мэдисона, пошутившего на тему религии, к 1,5 годам условно, передает РИА Новости. Суд рассмотрел дело по части 1 статьи 282 «Экстремизм». Дело было рассмотрено в особом порядке, то есть без исследования доказательств и допроса свидетелей. Такой порядок применяется только в том случае, если подсудимый полностью признает вину. Максимальный срок при этом не назначается. Приговор никто не обжаловал, он вступил в законную силу.